Всем привет, дорогие друзья! Я хочу от всего сердца поздравить вас с этим очень знаменательным и торжественным праздником 9 мая. Спасибо всем ветеранам, которые сражались за нашу свободу. И хочу пожелать нам и вам всего самого доброго и чистого, чтобы у вас в семье и вообще было все хорошо и было только чистое небо над головой. Вот. Ну и от себя я хочу сыграть это попурри, неожиданное, я бы так сказал, которое пришло мне в голову, вдохновило, и я решил это сразу записать и показать вам. Надеюсь, оно вам понравится, подарит вам искренние эмоции. Спасибо.